Это что такое? Это я муху приручил. Не приручил, я взял на веревку смотреть. А ну-ка, на заборчик можно? О! Муха! Что Это за... отличная муха. Муха, пойдем гулять. Ой, где? Где? Акай. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Лцупер, и сегодня мы играем на сборке новое приключение, серия 6, а играю я не один, а с моим другом Лохотроном. Поздоровайся. Всем привет. Лохотрончик захотел со мной поиграть. Что еще сказать? Не знаю. Куда-то я хотел отправиться, по-моему, говорил в 5-й серии, да? Куда-то хотел отправиться. Чем-то заняться там. А, данж, помнишь? А, крепость где-то. Да, там их две, тем более. Пойдем, я пойду с полканом. Пойдем. Сейчас я своего тоже создам. А то у меня, как не выхожу из игры, почему-то пес исчезает. Так, сейчас я назову его. Что-то вообще мобов злых нету, одни лошади. Угу. Так мы же спали. О, вот нашел одного. Я слышу фрики, стоп! Так, все. Так, ну, что же мы в этой будем серии делать? Естественно, пойдем в сумеречный лес. А тем не менее, может и займемся маленько индастриалом. Я так думаю. Так, ого, у меня 30 уровень. Ты себе кеп инвентарь прописал, у тебя вещи не пропадают, когда ты умираешь? Не-не-не. Так, вот. Короче, смотри. Ты сейчас где? Да, так. Мне надо, кстати, обмундирование какое-нибудь. Хотя бы меч. Там есть железное. Я чуть ли меч железный. Опа, палочка голод дает же. Да. Пойдем. Так. Так, что же тут есть? Тут хлеб есть. Так, 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 так. Пока что мы будем обмундироваться, или как это сказать? Не знаю. Так. Может, броньку сделаем? Обмундировываться. Да. У меня вот железа-то и нет. Почти. Только 17. Кстати, я знаю, где заброшенная вообще шахта, я там еще ни разу не был. Ну, туда пойдем потом. Просто много чего я находил, и надо будет туда сходить. Естественно, сейчас надо сделать 3. Нет, 4 кирки, да? Угу. Или сколько? Тебе 2, мне 2. Так, сейчас мы делаем. Вот верстак. Раз, два, три, 4. Так, все сделал. На тебе 2. Сейчас. Где? Вот тебе 2. Так. Мне понадобится... А, еще меч же тебе надо сделать. Так. Вот тебе и меч. На. Еще можно что-нибудь съесть. А съесть, не знаю, что нам, например. Редстоун возьму. Чтобы хавать его. Да, редстоун восстанавливает жизнь. Так. Ну ты там скоро? Сейчас, подожди. А я пока что не знаю, что и сделаю. Посмотрю что-нибудь в окружности. Надо бы Rotten Flesh Forever установить. Это что такое? Ну это мод такой. Короче, гнилую плоть пережариваешь, кожа получается. А-а-а. Понятно. Так, бабочка. Что это было? Нету бабочки. Это я ее убил.
Ну давай быстрее. Я хочу в этот сумеречный лес. А мне бы пожрать что-нибудь. А, на... вот все, нашел. Книжечка, гайд, да? Ну все, пойдем. Пойдем. Так. Все. Спускаемся. И. Я прыгаю. Опа. Я прыгнул. Во. Ворона. Ха. Ты здесь? Ну-ка, радар. Тут. Во, я монстров отключил, потому что мне мешает. О, я убил ворону. И мне дали ачивку. Какую? И воронье перо. Вот, точно ачивку дают. Так. В какой данж пойдем? Ну-ка, что можно из него сделать? О, можно стрелы из него замутить. То же самое, что обычное перо, короче. Ну. Так. Ну давай, вон, ну вон в тот, вон он. Во, все, пойдем. А, или в тот. Их тут даже два, что ли? Да, их тут два сразу в одном месте заспавнилось. В принципе, можно поискать гидру, да, но мы как бы особо не готовы. Там надо алмазные шмоты, там все такое. Пойдем. Не гидра, а нага. Гидра тоже тут есть. Гидра как змея выглядит? Да, трехголовая. Это и есть нага, по-моему. Нага это змея. Но, а гидра? А гидра это дракон такой, типа. А, ну да. Овервульф. Блин, я забыл оружие взять против него. Какое? А, сейчас я телепортируюсь в портал. Блин, у меня маркеров тут нету. О, точно, почему-то железный меч по одному. Сейчас я быстренько сгоняю. Быстрее, я не могу его долго удерживать. А, это проще вот так вот сейчас. Быстрее, Я вздыхаю. Чёрт, не вздыхай. Помогите. Блин, откуда мы пришли? Не помню. О, железо нашло. Всё. Откуда мы пришли? Эй, где? Вот именно, где ты? Давай, телепортируйся ко мне. Блин, вообще... А, вот, все, я понял, откуда мы появились. Кажется, я понял. Вроде бы и нет. Как Винни-Пух говорит. О. А, да, вот, все, портал. Я же вроде вейпоинт ставил. Маркеры. Новый маркер. Ах ты, Дима, крипер сейчас взорвет портал. Нет! Черт! Как мы выберемся? Это ты чё, все это время афкашил? Я ставил маркер. Пипец. Ну, вы, наверное, не будете жаловаться. Это уже наша вина. Вернее, моя вина была. Так, где тут? Это надо все заделать. Пипец, просто... А если я сейчас построю заново этот портал, то я появлюсь вообще в другом месте. Да. Но он был у нас вот здесь. Так. Так. Теперь это ставим. Черт. Секундочку. Итак, можно продолжить. Что же, у нас разрушился портал. Теперь надо, наверное, построить. Нужен один алмаз и все. И вода. Все. Вот так вот воду. Потом... Берем эти вот растения, так. Ты, кстати, где? Я в какой-то пещере брожу, в которой я нашел алмазы. Так. Ну, вроде так. Во, все. Так, у меня 6 алмазов. Ага. Я обратно переключаюсь, короче, в этот... В Сурвилл. И телепортируюсь, я не знаю, куда меня... Опа, меня домой выкинуло! Круто. Все нормально. Так. Так ты чё... Ой. Блин. Вот, ты чё это... Что ли, в креативе сделал портал? Да. Ну, а как мы ещё... Мы бы не выбрали все. Это конец был. Так.
Мы в данже должны быть, да? Но. Так. Ну вот и все. Пойдем. Только ты где? Сейчас я тут. Вот именно, ты где? Ты, походу, там что-то копаешь себе? Да. Упс, а я думаю, что я не могу копать, а я вообще в этом был. Не выживание, а в хардкорном, или как там, в режиме, как оно называется? Этот, как его? Я забыл. А, черт, тут босс. Трансформер. Сейчас я скажу. Ты скажи, я скажу. Adventure Time, ой. Adventure Time. Бентен. Ну тут адвентуры написано. Приключенческий. Во, точно. Так, погоди, а может мне это пахнуться домой, да выложить 6 алмазов? А, хотя мы лишь все равно не потеряем. Где их взял? Я же говорю, нашел. О, гивея. Есть топор? О, это что? Это колодец. Упоротый колодец. Глубокий должен быть. Ну-ка, я вниз опущусь. Он там до бедрока, кстати. Упоротый. О, черный скелет. Слышь? Птички. А, нет, это просто он в тени. Так, ну чё, пойдем. Чё, сделаем дыру? Или чё? Где никак? Дыру сделаем? В замке. Зачем? А как мы пройдем? Так, ладно. А, ну да, придётся. Ух ты. Офигеть. Оба. Оба. Я с этим модным сумеречный лес вообще впервые сталкиваюсь. Ну как впервые? Снимаю особо и играю так. Подробнее. Играю. Подробнее. Господи, я запинаюсь. Дима, иди сюда. Я не фиг. А блин, мои факела забыли. Это чешуница, Дима. Ой! Это не ты! Окей. Все. Все нормально. Ну. Все под контролем. Да. Так. Паучки только, мелкие. Только вот, Дима, тут эти мелкие пауки, они меня уже бесят. А ты где вообще? На самом верху, что ли? Дима, у меня еще нету еды, и у меня нет факелов. Ну, чё, где антиоружие? Чё-то не понял. Вот, волков. Ой. Я не знаю такого вообще, ни разу не слышал. Ну, это я так называю. Так, ты вообще внизу? Так. Там наверху тролль. Мне бы еду. Дуй ко мне. Я тебе дам кое-что. Пополам. На, жуй. Кто бьет? Крыса. Жирная крыса бьет. Че ты мне дал? Редстоун ешь? У меня нету его. Че, не подобрал? Mm-mm. А, он у меня. На. Все, пошли. Так где он? А, вот все. Все, жуй. Буржуй. Пойдем тролля убивать, что ли? Да, ну, лучше слизь. Он рушить начинает все. Нифига, он все разрушил. Я бы убил. Тут босс! Сумеречный лич! Лёня! Тут сумеречный лис! Офигеть! То есть ты там тоже? Это же босс, мы можем голову выбить. Это один босс. Я его бить не могу. Черт, если бы я знал, как можно бить его, тогда здесь мне спаун-поинт поставил. Ага, а потом, а если он исчезнет? Так, где он? Нифига, ты слышишь? Да, я его даже вижу. А ты чё? Да я не понял, как он меня так убьет. Мы, походу, его так не убьем. Чё, как его убивать, я не понимаю. Ну. А, походу, надо эти отбивать. Как его убить? Я не понимаю. Ты знаешь, как его убить, нет? Ну он же тупо нас сейчас заколбачит и все. А я сейчас ему так подкопаю. Он вообще внизу. Мне тупо меч тратится от них. Походу, тут нужен какой-то особый подход, чтобы их убить. Куда забрел? Да блин, я постоянно появляюсь где-то вообще в стороне.
какой-то опи. Ох ты, тут еще и... Вот антиоружие тебе выпало, по-моему. Да блин, они что, с ума сошли? Не убивают. Так, о, он щит снял. А, нет, он внизу. Походу. Я что-то не понял. Да уйди ты. Я его вообще упал вниз. Как так? Что ты молчишь? Вот он, этот гад. Если... На тебе плюху такой. Да он реально, я не могу их что-то убить. Вот босс. Не, ну это нереально все-таки. Может... Сейчас, секундочку, на паузу. И, в общем, так, я прочитал, что, чтобы убить сумеречного лича, нужно его щиты уничтожить, отбивая при том эти, как их называют, для телепортирования. Эндерстоун, или как они там называются, не помню уже, давно Майнкрафт не играл. Вот. Ой. А вот сам лич-то ли у них где? Ты его не видел, случайно? Он как-то разделился на две части. Аж непонятно. Ты пашкайся ко мне. Так. Вроде один я отбил. Вот. Ну вот как так? Уа-а-а! Я упал. Так. А, Very Wolf, а! Съел? О! Ничего себе. Ой. Вот гад, а. А, так вон он, я его вижу. Я знаю, где он, знаешь? Где? Он там, короче, до крыши. Вот он, вот он. Так. Нужно... Ух ты, из тролля алмаз выпал. Из кого? Из тролля. Я убил тролля, и выпал алмаз. Алмаз? Ты да. Чё, голубого тролля убил? Да. Так. Вот, вот. Отбиваю все, отбиваюсь на своем пути. Не, ну это нереально. Всё-таки надо подготавливаться к этому всему. Так что не будем убивать его. Пока что, да? В скором времени мы убьем его. А пока что, может быть, покопаемся где-нибудь. И поросят убьем. Так, ну теперь-то нам куда идти? У меня картина есть. Ты в золотом шлеме. А у меня показалось, что это обычный блок. У меня текстурки какие-то фиговые. И чанки не прогружаются. А знаешь, что я вижу на карте? Что? Деревья. Такое чувство, что здесь что-то да и находится. Ладно, я по-быренькому топорчик сделаю. Так. Так. Ну, вроде вот так вот все получается. Потихонечку. Был убит пауком? Как так? Иди сюда, сейчас я тебе кое-что покажу. Прикол один. Смотри. Видишь гриб? Ага. Смотри.
Нету гриба. Угу. Три капитутера. Так, ну, в принципе. Я вижу еще один замок. А почему бы и не покопаться в шахте? Отличная идея, покопаться в шахте. Я слышу овервульфа. Куда ты хочешь отправиться? Коджима умер. Я вижу тролля. Тролля. О, алмазный тролль. Слышишь? Алмазный тролль. Пойдем его убьем. А, так ты его убил? Угу. И... Что? У меня ничего нету. Капец. Ой, скорпион! И крыса. Чё так их столько много здесь? Я, пожалуй, пойду лучше займусь индастриалом. Ой. Хорсмо. Телепортись ко мне. Ты чё, тоже умер? Прыгай, короче, в этот портал. Или ты сдох? Нет. Так, я их тут всех сейчас перебью. А то огр тут может все разнести на своем пути. Ого, тут лошадь летает еще. Все, ты там? В этом мире? Ага. Вот. И давай пойдем в шахту за ресурсами для индастриала. Давай. Потому что надо все-таки распахивать его. А то он бедненький уже лежит, там гниет, грубо говоря, можно сказать. Так. У нас еще времени 10 минут. И за эти 10 минут мы будем в шахте. Так, вот. Ой. Это лишнее. Все. Я беру с собой кирку обсидиановую. Я две железные. Угу. Нет, у меня еще железные были. Вот железная, топор на всякий случай, потому что шахта заброшена будет. Вот. И антимечи. Видишь? Ну, я тебе дам их. Давай. Вот. И еду. Вот, на. Это что за антимечи? От волков. Так, что тут за поросёнок? Они же по одному убивают вроде бы. Нет, они по десятке. Но это волков по десятке. Ну. Так. У меня что, мечи вообще кончились? Капец, ладно. Тогда иди ко мне. Телепортируйся, вернее, ко мне. Подожди, сейчас. Я, если не ошибаюсь, вот здесь вот где-то. Я копал такой. Копал. И наткнулся на заброшенную шахту. И палки возьми с собой. Стак, если можно. Если сможешь. Все. Я пока что копаю тут уголь для факелов. Ты пока что сходи там, палочки. Угу. Угу. Все отличненько. О, тут гномы. Крипер.
О, гномы горят. О, я алмазы нашел. Круто. Так. И последний алмаз добываю. Нет, это не последний. Ого, 8 алмазов нашел. Вот, уже прогресс. Для брони, да? Так. Ага. Да проще вот так вот сделать. Что, принес палки? Да. Кидай. Гномы бесят, когда возле тебя крутятся. Вот, все. Держи факела. И пойдем копать. Чисто. Можно... гном забрал факела. А! Я тебя спасу! Спасибо, что спас. Я их убил. Ой. А палки выпали? Палки. Да. Ой, не палки, факела. Факела выпали, да. Вот, и вот. Наглые, да? Угу. Вообще такие, как это. Такие гопники. Такие. Ну что ты пасть? Да. Мы тебя сейчас сюда прищимим тут. Так. Тут там тупик. О! Кажется, что-то нашел. Опять эта шахтерская серия у нас получается. Вот так вот. Тут же как бы много особого редстоуна нужно для индастриала. Там же все там. Провода там, все такое. Электричество. Просто пипец. Че, гнома бьешь? Угу. Че? Че, одного хотя бы убил? Да. И я. Два магических баба выпало. Угу. Их жевать можно. О, у меня ночное зрение. Я что-то быстро как-то передвигаюсь. У меня утомление. Что значит утомление? Ну, то, что переутомленный какой-то, уставший. А, вот здесь шахта должна быть заброшена. Да, вот она. Такс. Почему полкан такой грязный? Не знаю. Где он? А, полкан. Мне показалось, полкан. Ну, он крови, потому что он так покоцанный такой. Вот она! Вот она, заброшенная шахта. Мы маленечко на ней в ней походим и потом закончим. Потому что времени у нас не так много, как хотелось бы. О, я вижу мага. Убивай его. Ага. Застрелить. Убивай. Я таких двоих убил. Ой, тут спавнер паучков. Угу. Все убил. Так. Че, спавнер рушим? Ой, да. Черт, у меня меча даже нет. Капец. Давай ко мне быстрее. О, ничего себе. У меня медлительность. Сейчас мы этих оболтусов тут раскидаем. Ну где вы там? Вот они, получите, получите. Откуда они вообще берутся? Ты чё меня убил? Ну, они друг друга. А. Нет. Один стрелял. О, лук. Все. Всех присанули. А, нет, не всех. Смотри, у него глаза нет. Ага. Два раза влево нажми. Или назад. Или вперед. Вон их сколько. Этих дурачков.
На, дурачок, на. Он меня чуть ли в лаву не столкнул. Паразит получить. Так, вот. Железо вижу. Господи, они меня бесят. Безглазые существа. Так, тупик. Да. Что-то какая-то шахта не показывает. Ну ладно, думаю, стоит закончить нам наш выпуск Майнкрафта. Где ты там? Тут. Давлю пауков. Откуда они вылазят вообще? Ага, понял. Ух ты, меня гном напугал. Из-за этого я его убью. Все, убил. И выкопаю железо и попрощаюсь со зрителями. Ты тоже. Все. Пойдем. Тут напротив угля вот так вот встанем. Все. Ты где? Держи. Так. Ну все. И я с вами прощаюсь. Если же вы только зашли, вы можете подписаться на канал, позвать друзей, поставить лайк. А с вами был Валсупер и также мой друг Лохотрон. Всем удачи, всем пока. Пока. Вот, держите алмазик. Держите. Много алмазов.